У каждой религии есть легенда о сотворении мира. В Индии священные индуистские писания под названием Веды говорят, что сотворение началось с жертвоприношения. Вся Вселенная и космос появились, как сказано в Ведах, благодаря жертвоприношению, совершенному Пурушей, первым человеком или Богом. После того, как он пожертвовал собой, бросив в жертвенный огонь свои отрезанные части тела, появилась вся наша Вселенная. Божественному примеру начали следовать и жители Индии. У нас жертвоприношение не считается злом. Считается, что оно, наоборот, возрождает жизнь. Человеческое жертвоприношение — это принесение в жертву самого дорогого, что есть у человека, его жизни. В Индии смешалось много разных религий и духовных сект, а также много разных способов ритуальных убийств. Хонды — древнее племя, живущее на востоке Индии. Они не индуисты и поклоняются своей племенной богине Карипену. В этом обществе фермеров и охотников считается, что обеспечить выживание племени, получить здоровье, а также удачу на охоте и войне, можно лишь ублажив божество. И всего 200 лет назад ублажить богиню можно было только кровью. Идет 1835 год. В деревне Кхондов жертву ведут к священному алтарю. Люди, скорее всего, не хотели умирать добровольно. Поэтому кхонды применяли наркотики. Например, опиум или алкоголь. А иногда просто ломали жертве обе ноги или руку. Жертву привязывают между двух толстых досок. Жрец подает сигнал ожидающей толпе. Люди набегают с ножами и начинают отрезать куски плоти от живого человека. Кровь и остатки тела отдают богине Тарипену. Выливают на землю, зарывают в полях, сжигают в храмах. В обмен она дает племени силу для победы над врагами. Но даже богиня не смогла противостоять колониальной армии. Британцы пытались вытравить ритуальные убийства кхондов, начиная с 1830 года. Как ни странно, количество ритуальных убийств только возросло, когда кхонды встретились с британцами. Рост количества человеческих жертвоприношений можно понимать как выражение протеста коренного народа против колонизации. Но британцы все-таки заставили кхондов прекратить жертвоприношения, убив почти весь народ. Британцы применяли много разных методов, порой очень жестоких, чтобы успокоить этот регион и сделать его частью империи. Чтобы заставить кхондов подчиниться британским властям, выжигались целые деревни вместе с населением. В итоге кхонды сдались британцам и прекратили совершать ритуальные убийства. Это племя до сих пор живет на холмах своих предков и поклоняется древней богине. Но уже без жертвоприношений. Но есть одно место в Индии, где пламя ритуальных убийств продолжает гореть почти до наших дней.
властители всего мира приносили в жертву людей, чтобы получить еще больше власти. Но в Индии некоторые приносили себя в жертву сами, а некоторых заставляли насильно. Когда британцы завоевали Индию в начале 19 века, они узнали о традиции сати, по которой живую вдову сжигали на погребальном костре рядом с умершим мужем. Это было максимальным проявлением власти мужа над женой. Повиновение даже после смерти. Символизм сати заключался в том, что жена была настолько ничтожной, что готова была умереть, чем жить без покровительства и заботы своего мужа. Считалось, что, пожертвовав собой, жена тоже обретает силу. Она не только следовала за мужем в загробный мир, но и приобретала статус богини и силу проклинать или благословлять живых. Сати – сложный ритуал, впервые описанный почти 2500 лет назад. Погребальный костер сложен так, чтобы обеспечить полное сгорание трупа. Дорогое сандаловое дерево складывают в платформу для трупа мужа и его живой вдовы. Древесину переплетают ветками и прутьями. Затем все пропитывают гхи или топленым маслом, чтобы придать больше горючести. В определенный день длинная вереница людей провожает 20-летнюю вдову от ее дома до места сожжения. Все громко поют, раздаются крики радости и религиозного экстаза от того, что в этом районе происходит такое великое событие. Все постоянно кричат «Джей Сати Ма», что значит «Да здравствует Матерь Сати». Так обращаются к женщине, идущей на сожжение. Вдова нервно взбирается на погребальный костер и кладет голову мужа на свои колени. Кто-то из родственников зажигает факел, которым поджигают костер. Когда пламя касается кожи, вдова начинает кричать от боли и молить о спасении. Сожжение заживо. Одна из самых медленных и болезненных смертей. В современном крематории требуется примерно 3 часа и температура 500 градусов по Цельсию, чтобы сжечь тело дотла. Но температура открытого огня редко поднимается выше 260 градусов. Так что времени уйдет больше, чем в крематории. Когда сжигают человека, первыми загораются волосы, ведь они легко воспламеняются. Затем загорится и начнет лопаться кожа, выпуская подкожный жир. К этому моменту жертва уже просто хочет, чтобы все побыстрее закончилось. Через минут 7 или 10 ее нервные окончания будут уничтожены ожогами третьей степени. Теперь она ничего не чувствует, хоть находится в сознании. Она становится еще одним зрителем на своем сожжении. Плоть вдовы чернеет и обугливается, и пламя поглощает как ее, так и труп ее мужа. Мерзкий запах горящей плоти наполняет воздух. Но свидетели говорят, что вдова не всегда выбирала сати. И тогда ее заставляли. Очень часто, чтобы привести женщину на сожжение, применяли опиум, который одурманивал сознание вдовы. Индия запретила сати в 1829 году. Но сати не был истреблен. Ритуал превратился из публичного в частный и продолжался почти до наших дней в дальних районах Индии,
таких как Гая, Шагар и Райпур. В 2006 году газета «Лос-Анджелес Таймс» сообщала о ритуале сати, попытка совершить который имела место между августом и декабрем того года. Но тогда вдова сумела сбежать и выжила. От пламени сати до удара египетского ножа человечество прибегало к кровавым ритуалам с самого начала времен. Это чудовищная сделка с богами. Принесение в дар плоти в обмен на власть и богатство. Кровавый пакт, более старый, чем сами пирамиды. И достаточно молодой, чтобы попасть в газеты, но такой же ужасный, как отрубленная голова. На русский язык фильм дублирован компанией «Видеофильм ТВ».